Что делать, если мне 33, у меня нет ни одной подруги? Вроде ничего плохого не делаю, но подруги с детства, мелкие конфликты, непонимание отделяют людей, в итоге одна. Значит, я вам скажу так, что волнует это сейчас вас, и это главный вопрос. Почему вас это волнует? Что-то в вашей жизни не так. Потому что если бы вы развивались, если бы вы жили в кайф, то история была бы не про то, что у вас были бы подруги, а вас бы это не волновало, потому что ваша жизнь была бы насыщенной. То есть это показывает двойственную проблему, что, скорее всего, у вас нету подруг, потому что вы сами не нашли свое место. Вы не хотите быть уже с теми по уровню их, наверное, или переросли, или не доросли с теми, с кем вы есть, скорее всего, переросли, но не доросли до кого-то другого, потому что вы по-прежнему паритесь. Вы вот где-то, знаете, между этажами застряли. Какое-то время назад у нас с Сергеем тоже был такой вопрос, почему у нас как бы нету каких-то друзей семейных? Вот как-то вроде бы от друзей-одиночек мы и выросли, и он, и я, ну там в большей степени Сергей, когда у меня подружки остались, а вот как-то до каких-то общих не доросли. И мы этим, знаете, так переживали, парились, мы думали, что проблема в нас. В тот момент, когда мы это отпустили и просто увлеклись своей жизнью, вокруг нас появились такие же классные люди. Сейчас вас, скорее всего, окружают люди, которые так же, как и вы, чем-то не удовлетворены, вот, и не могут найти себе друзей, потому что нету того, чтобы вас объединяло. Дружба – это такая штука, где вас должно что-то объединять, как и отношения любые, должны быть общие интересы. Например, с некоторыми вы знакомитесь, потому что ваши дети там что-то вместе делают, с некоторыми вы ходите на танцы, с некоторыми вы танцуете, не знаю, там в клубе, с некоторыми вы курите траву, с некоторыми, может, вы занимаетесь сексом. У вас должна быть какая-то общая жилплощадь, общий этаж, помните, как в университете, общий университет, общие курсы. Общий интерес, значит, у вас нету явного интереса, который бы мог соединять вас с другими людьми, но есть куча претензий к другим людям, у них к вам соответственно. Вот ваш общий интерес – это претензии, соответственно, начните увлекаться своей жизнью, найдите то, что вам нравится, и однозначно вопрос решится, это даже не проблема.